земное и морское. Наш Севастополь, крылатая земля! Никто не забыт, ничто не забыто. Эти слова повторяют жители города в преддверии Дня Великой Победы. Десятки севастопольцев пришли к памятнику героям-подводникам вспомнить павших воинов. Тех, кто бился с врагом на фронте, кто дошел до Берлина, кто был в немецких концлагерях и кого сегодня нет с нами. Для них зажгли традиционную свечу памяти. Зажечь свечи памяти, еще раз отдать дань уважения нашим ветеранам, вспомнить тех, кто погиб, защищая Севастополь, защищая нашу страну. И тем самым в преддверии праздника Великой Победы еще раз подчеркнуть его значимость. Все эти мероприятия пронизаны настолько таким душевным волнением, я думаю, мы сегодня это все увидим, и является одним из самых таких важных моментов военно-патриотического воспитания. Студенты филиала МГУ и участники поэтического театра «Родники» подготовили стихи и песни о войне. Жители Севастополя пришли на акцию целыми семьями. Они говорят, пока мы помним о подвиге советских солдат, мы сильные. Даже в словах недостаточно выразить благодарность для того, что они для нас сделали. Слов недостаточно. Только действия могут как-то выразить наши благодарности. Почтить память погибших и, главное, чтобы будущее поколение, вот мы, дети, знали. Нужно чтить ветеранов и вообще помнить, и зажигать свечи. Все участники акции выложили свечами слово «помним», а память героев почтили минутой молчания. Анастасия Шульга, Екатерина Шишкова, Александр Листопад, информационный канал Севастополя.